Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале «Среда обитания». Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня он будет посвящен одному из замечательных городов Литвы. Это город Юрбаркас. Спасибо огромное сразу хочу сказать моему зрителю и моему спонсору за идею. С удовольствием проведу подобный обзор. Вместе с вами посмотрим интересные места, посмотрим сам город по возможности. Ну и немножечко расскажу интересную легенду. Вот таким образом город выглядит со спутника. Достаточно он тут компактный, небольшое, конечно же, количество населения. Но мы с вами постараемся, как я уже сказал, посмотреть наиболее интересные места. Что вообще в городе есть? Да, забыл сказать, что город расположен на левом берегу реки Неман. Вот протекает река, мы с вами видим здесь прекрасно. Здесь идет производство стройматериалов, молочных продуктов, обработка льна. Есть замечательный музей скульптора Грибаса. Самый длинный мост через Неман, соединяющий Юрбаркас и с Шакяйским районом. Вот он, этот мост мы видим с вами. Тоже его посмотрим. Ну, уже отдельно как бы. Так, ну что касается самого города, согласно историческим записям, он был воздвигнут в 1259 году. Ну, будет точно сказать, что здесь был воздвигнут замок в земле Корсовии, на горе Святого Георгия. Это было необходимо для упрочнения как бы христианской веры. Для охраны замка были оставлены благочестивые люди, отменные воины, братья и оруженосцы из Пруссии и Ливонии. Ну вот, после поражения крестоносцев в 1260 году крепость была, к сожалению, разрушена, но заново была восстановлена, и восстановлена была уже в 1336 году. Ну что ж, давайте начнем с дома-музея Грибаса, скульптора, известного скульптора достаточно. Да, трагическая его судьба, но я, наверное, не буду об этом рассказывать, потому что достаточно и так будет очень много всего сказано. Давайте посмотрим именно экспонаты, зайдем сейчас вот внутрь, они здесь присутствуют. А, ну вот такая вот выставка. Так, ну вот... Сова, да? Наверное, да? Ну да. Такие экспонаты мы можем с вами сейчас наблюдать. Кстати говоря, в этом доме-музее проходят также курсы по художественному витражу. Вот такой... Здесь памятное такое место. По художественному витражу проходит непосредственно вот в этом музее это все. Кстати говоря, музей этот восстановлен, и именно внучка способствовала вот восстановлению данного музея. Вложила здесь довольно-таки огромные деньги, но опять же вспомнила в честь, в память своего дедушки, решила все это восстановить, и музей вот сейчас существует. Ну, конечно же, это прекрасно, когда вот через поколение передается информация о наших предках, и поколение будущее все-таки заботится, восстанавливает, старается как-то сохранить память предков, и это здорово. Ну, давайте зайдем в один из парков. Здесь вот мне попался усадьба, старинная усадьба также присутствует в этом месте. И еще, судя по отзывам, говорят, что Юрбаркас каждый год удивляет своей рождественской елкой. То есть здесь вот каждый год она какая-то невероятная, необыкновенная. Ну, конечно же, это хорошо, это здорово и радует. Такие вот композиции, медведи лезут на дерево. Здесь что, жених и невеста? Ну, либо просто влюбленные, да? Знаменитая резьба по дереву литовская, она, конечно же, просто всегда не оставляет равнодушным никого, впечатляет своей тоже невероятностью. Так, вот здесь вот не похож на гнома, наверное, да, гном? Такой, хотел сказать, Дед Мороз, гном. Такой неплохой парк. Такая вот колонна стоит здесь.
при входе. Давайте посмотрим пристань Юрбаркас. Ну, такая вот небольшая здесь, да, с речки, как бы такой залив идет небольшой по типу лимана. Мост отдельно потом будем смотреть уже, друзья. Здесь более такие зимние виды, январь. А, кстати говоря, январь 22 года, ну надо же. Такие свежие изображения на реку Неман. Ну вот обещанный мост, мост столетия. Продолжительность его 949 метров. Самый продолжительный автомобильный мост в Литве через реку Неман. Таким вот образом он выглядит. Довольно-таки массивный, такое хорошее сооружение, освещается. Здесь мы можем видеть ледоход март 21 года, в прошлом году, в общем, был опять участок пристани. Да, кстати говоря, этот мост был открыт еще в далеком 1978 году. Ну и вроде бы как строители уверяют, что этот мост должен прослужить как минимум 100 лет. Ну что ж, молодцы, строители в свое время смогли построить вот такой замечательный и продолжительный мост. Смотрите, какие виды здесь открываются. Здесь, друзья мои, вроде бы как, судя по информатору, опять же исторический музей. У меня высветился исторический музей Юрбаркас непосредственно. Но вот мы этот парк смотрели, там почему-то не было указано, что это исторический музей. Неясно, конечно же. Если что, поправьте меня. Либо все-таки на самом деле мы находимся на территории, может быть, прилегающей этого исторического музея. Здесь есть вот и храм, и вот этот парк. Вот, посмотрите, какой здоровский парк, как оформлен. Ну, да, просто замечательно. Ну, опять же, вот исторический музей Юрбаркас информатор выдает. Странно, конечно. Но если я, может быть, ошибаюсь, опять же говорю, поправьте меня, напишите, пожалуйста, в комментариях, так ли это или нет. Или все-таки что-то здесь, какая-то ошибка. Конечно же, город довольно-таки старинный, как я уже сказал. Но есть современные постройки. Вот такие, посмотрите. Город очень сильно удивляет своей, с одной стороны, простотой, с другой стороны, вот какой-то определенной духовностью, такой теплотой. Ну и, наверное, конечно же, еще удивляет более старыми постройками. Вот здесь у нас изображение по 17-му году. Такая открывается отличнейшая просто территория. Вот что касается современных построек. Январь 2020 года, как я говорил, реновация, конечно же, шагает вовсю. Видим вот такую остановку общественного транспорта здесь. Часть уже отделки фасада жилых домов. Здесь, конечно же, еще не отделаны. Если вот дальше посмотрим, даже двухэтажные вот эти вот постройки, они все также, конечно же, подверглись реновации. Выглядит просто замечательно. Здесь здание тоже, наверное, пока еще на стадии. Так, ну здесь изображение хоть и свежее, более-менее свежее, скажем так, конечно, 17-й год, но это где-то ближе на окраине, частный сектор, даже не разобрать. Здесь мы с вами подошли к евангелистскому храму, август 2020 года, съемки. Также прилегающую территорию можем здесь посмотреть. Супермаркет Максима очень-очень популярен он в странах Балтии, в том числе и в Литве. Январь 2020 года этих супермаркетов в большом количестве. Вот даже такой небольшой городок, здесь есть вот такой замечательный свой супермаркет Максима. Да, это факт. Одно из зданий школы. Кстати говоря, здесь съемки старые, июль 2012 года, ну даже на июль 2012 года, да, какого-то там великого шика,
Нет, но посмотрите, как выглядит прилегающая территория. Какой порядок везде. Просто здорово. Вот здесь, друзья, показывал как бы непосредственно мост, мост столетия. И отошел от этого места, но надо было бы мне как раз здесь уже начать и рассказать немножечко о легендах. Легендах Юрбаркаса. Вот мой как раз заказчик попросил найти информацию и рассказать ее при обзоре ролика. Да, ну знаете, как легенды все достаточно хорошо так разнятся, и рассказы чуть-чуть по этим легендам, конечно же, тоже не совпадают, определенных неточностей достаточно много, и каждый автор все-таки как-то старается где-то, может быть, приукрасить, где-то изменить, вот, где-то преподнести свое какое-то авторство и так далее. Но да, на самом деле здесь есть очень интересные легенды. Ну, во-первых, вот в окрестностях данного города, давайте вот сюда еще продлимся. Так вот, западней города находится такая гора, как Бишпилис. Согласно одной из легенд, на холме Бишпилис находился замок. Да, мы об этом говорили уже. И в этом замке находился огромнейший колодец, у которого просто не было ни дна, и был он наполнен огромным количеством воды. Говорят, что если бросить камень, то он долетал до дна, и даже не было слышно, как он ударялся о воду. Самое интересное, что неизвестно, кто именно на этом холме Бишпилис вырыл этот колодец и почему он такой глубокий. То есть замок был построен уже позже, и этот колодец был непосредственно в центре замка. Так вот, считается, что данный замок был построен сыном князя Полимоноса Барка. Когда крестоносцы потерпели поражение в 1260 году при Дубре, замок был разрушен. А сын князя Барка был сброшен в этот колодец, в котором он очень долго и медленно умирал. Так вот, на протяжении многих столетий уже сложилась определенная легенда. На заре утренней, либо вечером уже в позднее время, проходя или проплывая по реке, можно услышать определенные странные звуки. Говорят, что до сих пор эти звуки издает сын погибшего князя, которого заточили в этом колодце. Ну, друзья мои, будем надеяться, что это всего лишь такая вот легенда. На самом же деле определенные звуки, может быть, они это имеют происхождение именно природное из-за особенностей, может быть, реки, может быть, местности, опять же, там как-то. Есть еще одна очень интересная легенда. В Дубравах здесь жрецы хранили священный огонь. У них был свой алтарь. Так вот, этот священный огонь защищал это место от завоевателей, грабителей, разбойников многие века. Когда пришли крестоносцы, к сожалению, они обнаружили это место, убили всех жрецов, а огонь засыпали там землей, песком, затушили его, и он погас. После этого был разрушен замок, и места эти были захвачены крестоносцами. Ну, опять же, друзья мои, это только легенды, я ничего не утверждаю, никого ни в чем не убеждаю. Давайте погуляем еще дополнительно по интересным местам в данном таком небольшом городе. Так, здесь у нас частный сектор просматривается, но это 12-й год, очень старый, ну даже на 12-й год, посмотрите, какие замечательные виды. Частный сектор в Литве, это, конечно, просто шедевр, это невероятные виды, невероятные какие-то постройки, невероятные места возле домов. Да, встречаются, конечно же, вот такие вот, но опять говорю, это 12-й год. Да, еще были определенные изменения. Сейчас мы посмотрим, может быть, более свежие изображения даже по частному сектору идут. Ну, тут посмотрите, как выглядят дворики. Просто здорово. Просто каждую улицу, когда проходишь, на каждой улице вот свой какой-то колорит и уют присутствует. Именно уютно, именно вот с душой видно, что сделано, опять же, свое гнездышко такое. Нашел вот такое замечательное изображение, посмотрите.
здесь август 2020 года уже, более свежие. Такой фонтанчик разбит. Ну, единственное, что мне не нравится, конечно, вот лавочки какие-то, вот они прям довольно-таки старые. А, ну это, я так понимаю, здание администрации. Новогодняя елка стоит, вся в снегу. Прям для Литвы столько снега. Давайте посмотрим храм Святой Троицы. Таким образом выглядит. Можно зайти внутрь. Да, католический храм, безусловно. Сделан из красного кирпича. В красном цвете таком. Ну, красный цвет, как говорят психологи, начинает раздражать со временем, конечно же. Ну, опять же, многие постройки сделаны в красном кирпиче. Ничего в этом такого особенного-то и нет. Храм был построен в 1430 году, но здесь был изначально стоял деревянный храм. Потом в 1655 году Боносфорца, княгиня, велела построить новый храм, но он тоже не сохранился, к сожалению. И вот лишь в 1907 году был воздвигнут вот этот храм. А в 1940 году данный храм пострадал от сильнейшего пожара, но потом был после войны уже восстановлен полностью, и сейчас мы его наблюдаем вот таким, каким он был изначально построен. Ну, внутри, конечно же, все преобразилось и по-другому выглядит, естественно, уже с более современной, как бы, отливкой. Современной отделкой. Почему отливкой сказал? Потому что увидел колокол и по колоколу читал, что его, кажется, если не ошибаюсь, в конце 12-го, начале 13 века отлили. Это очень старый колокол здесь находится. Еще один парк меня заинтересовал. Это парк, как переводчик вроде мне перевел, что это парк общественной библиотеки. На самом деле так или нет? Опять же, есть описание, что проводятся различные мероприятия, но вот какие, интересно, как-то вот информации нет по этому поводу. Ну вот здесь вот, не знаю, может быть, какой-то праздник урожая происходит. Скажите, вот столько тыквы. Да, вот видим, что люди собрались, что-то, конечно же, проводится, какие-то мероприятия. Ну, может, новогодние, опять же, вот они, да, присутствуют. Вот такой закат. Друзья, ну, может быть, я вот немножечко отошел от своей традиции. Обычно показываю достопримечательности, какие-то там интересные места в населенных пунктах, а потом уже гуляю по городу. Ну, вот, знаете, так получается, что, гуляя по Юрбаркас, здесь попадаются, если мне более свежие изображения, я обязательно с вами делюсь ими, потому что, ну, так как съемки очень старые по Литве, к сожалению, Google не обновлял пока еще. Да и если, может быть, дальше обновит, не знаю, я, наверное, отдельный ролик запишу. У меня очень-очень печальные новости по YouTube для России, поэтому я даже не знаю, скорее всего, не будет возможности у нас выводить средства с YouTube в России, и поэтому, ну, в принципе, канал, скорее всего, мой придется закрывать. Ну, как закрывать? Да бросать его, да и все, просто смысл нет, как бы, им и заниматься в этом случае, понимаете сами. То есть интерес мой, конечно же, не угас, мне интересно изучать какие-то там места, города в различных странах, тем более идут подписчики, делятся своими комментариями, впечатлениями, точно так же интересно пообщаться, но вот, к сожалению, знаете, на уровне хобби одного, может быть, я оставлю на уровне хобби канал, что теперь сделать, но, скорее всего, вывести средства с Google Advance ничего не получится, так как транзакции по нашим банкам скоро будут просто-напросто закрыты. Вот так. Ну вот здесь, мне кажется, мы с вами попали внутрь вот этой общественной библиотеки как раз. Так мне дает информатор. Такое замечательное место. Панорамные витражные остекления идет. Много очень света, такое прозрачное место. Просто здорово смотрится. Так, я, кажется, упустил памятник Витовту Великому.
установлен. Кажется, мы не посмотрели с вами. Ну, здесь как бы прилегающая территория, есть какой-то вот бар, кафешка такая вот небольшая. Давайте еще панорамку глянем также. Так, мои любимые места с круговым движением. Ну, здесь вот странно, на карте показывается круговое движение, а самого круга как таковой и нет. Посмотрите, самая окраина вообще, в принципе, города, но есть тротуар. Тротуар с плиточкой такой идет. Мне кажется, тут дальше идет. Да-да-да, вот так продолжается. За город уже вышли фактически. Смотрите, все равно тротуар есть, чтобы люди и здесь не ходили по дороге. Безопасность прежде всего. Так что, друзья, не хочется, конечно же, мне терять канал, не хочется закрывать его, но вот как бы времена меняются, к сожалению, к счастью, к сожалению, где-то к счастью, где-то к сожалению, и приходится жить с новыми реалиями. Мы с вами находимся в городе Юрбаркас, что в Литве. Тут вот частный сектор так вот просматривается, такое замечательное место, посмотрите, какие стоят домики. Конечно же, мы с вами очень много провели времени на канале, проводили обзоры, проводили прямые трансляции, общались, в чате общались, общались не только там с русскоязычной аудиторией, но и нам писали из Германии, из Франции мне даже писали, да, страны Балтии, безусловно, потому что освещал достаточно много по этим странам мест, различных городов и сел в том числе даже, вот, и Беларусь то же самое. Ну, в общем, очень много с различных стран, конечно же, были зрители, приходили, делились своими тоже впечатлениями, рассказывали что-то там новенького, узнавали, также мы делились информацией. Ну вот, что будет дальше, пока не могу сказать, все довольно-таки сложно. Так, ушел вообще вот в гаражи какие-то. Давайте выйду отсюда, наверное. В общем, такая вот у меня не совсем приятная информация по каналу. Конечно же, посмотрим, говорю, еще что будет. Может быть, никаких изменений особых не будет. Там политика политикой, а вот, опять же, бизнес само по себе. Google зарабатывает на рекламе там, да, на всем, на бизнесе в России довольно-таки большие суммы денег, это порядка около 100 почти миллиардов, поэтому я думаю, что, может быть, совсем уж и не откажется, как-то каким-то образом будут действовать. Представляете, ну, блогерство-то ладно, и то, сколько блогеров, конечно же, подвязано с YouTube сейчас, а уж сколько, опять же, прям хорошего бизнеса связано с YouTube в России, да просто огромнейшее количество, там большие деньги крутятся. Ну, опять как скажут, так и будет, к сожалению, что решат. Ну, а мы такие мелкие блогеры-то, с нами считаться тем более никто не будет. Еще давайте немножечко посмотрим частный сектор, хотя здесь старые съемки. Не особо хочется даже по старым съемкам ходить по частному сектору, хотя, конечно же, вид там очень и очень презентабельный, так что можно даже и невзирая на вот эти вот старые съемки. Я, друзья мои, очень люблю природу, часто бываю, отдыхаю где-то на озерах, на речках точно так же, и поэтому не могу не показать вот такой вот замечательный, прекрасный вид на реку Неман. Посмотрите, какие просторы, какие замечательные, красивые виды открываются. Здесь вот такая вот дорожка прогулочная есть. Можно погулять, наверное, на велосипедах также можно покататься. Здесь частный сектор примыкает. Ну, довольно-таки далеко, так скажем, наверное, такая вот природоохранная или водоохранная зона. Правильно ее назвать будем. Называть правильно. Да, вот, пожалуйста, велосипедные дорожки есть. Можно покататься краем. Просто замечательно. Нельзя сказать, что, конечно же, тут прям оборудовано так шикарно, там
как бы, как на курорте. Да и не надо, в принципе. Пусть больше будет вот зелени, свежести, скажем так. Главное, чтобы не запущено ничего было. Да, съемки старые, к сожалению. Я думаю, что сейчас город весь обновился. Да вот смотрите, опять как старые съемки. 12-й год. Здесь вот дорожка вся в плитке. Тротуары очень свеженькие. Да, домики пока еще вроде бы как не очень. А вот даже на 12-й год, смотрите, везде беспроводное освещение. Ну это же здорово. На 12-й год еще проблем очень много было со зданиями вот здесь. Домики кое-где не отделаны еще. Вот такое замечательное место. Фонтанчик здесь тоже. Да, конечно, сейчас не то что Юрбаркас, а вся эта Литва выглядит совершенно по-иному. А такие вот уютные города, тем более. Так, ну что, друзья мои, на этом я буду, наверное, заканчивать свой такой вот сегодняшний обзор. Вот смотрите, на 12-й год уже реновация, домик такой хороший, свежий. Сегодняшний обзор. Надеюсь, конечно же, мы еще с вами встретимся на канале Среда обитания. Будут у нас традиционные обзоры, будут у нас обзоры где-то в стык границ, трех границ, как мы всегда любим. Будем сравнивать города, села различные, просматривать, любоваться красивой инфраструктурой, постройками, историческими местами там, ну и так далее. Ну, если нет, значит, конечно же, всем огромное спасибо, что все эти годы оставались со мной. Может быть, какие-то другие найдем пути и выходы. Что-то изменится. Что-то будет как-то по-другому. Ну, а на сегодня пока вот так. Всем огромное спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Огромное спасибо моему зрителю, моему спонсору, что помог сделать вот такой ролик. Дал идею по обзору города Юрбаркас, что в Литве. Ну а мы с вами, как всегда, увидимся на канале Среда обитания. Пишите комментарии, ставьте лайки по всему тому, что увидели, услышали. И подписывайтесь, если кто еще не подписался. Как обычно говорю, впереди у нас будет много чего интересного. Ну, по крайней мере, я вот надеюсь. Сегодня вот такой вот ролик у нас лирический получился. Поэтому будем надеяться, что впереди будет чего еще посмотреть и показать, если канал будет существовать.